Вот ссылка. А, то, что типа должен быть сейчас человек кидал не мукомолов, а убойный какой-то кавер. Сейчас посмотрим. Спасибо за знатушку. А, да, сейчас Лиззи Хейлридж должна жахнуть, наверное. Ой, Дотрич, да, Дотрич тоже должен вломить. Только, да, качество жухняет, но человек, может, с телевизора записал. Гитарка чуть не строит. Как обычно, да, вот гитарист вот самый позорник. То есть просто самое худшее звено. Все не строит, все какое-то неуверенное, фальшивое, робкое. То есть тут почти даже с такими фирмовыми вокалистами все круто, но гитарист будет прямо именно какой-то дрисломан. То есть настолько вот это, конечно, позорит инструмент. Пиздец. Да, вокалист нам абсолютные пятерочки просто. Гитарист, он кол просто из знаний, из класса. Это вам не Танкианыч, да, это реально Валилова. Да, то есть эти, видите, все на кайфе, прям жгут. Но, сука, ну как с таким гитаристом? Невозможно с таким гитаристом слушать. То есть чувак, ну, должен быть оштрафован за то, что он испортил песню. Просто кошмар. А вокалисты, да, то есть... Ну, Лиззи Хейл мы уже вы много раз слышали уже, да, как бы на стримах с лайвов. Там валил его. А этого челика, как бы, из этой Дотри первый раз видим вживую, но он валит пиздец. То есть никаких Хэтфилдов, Танкианов, Кидисов и какой-то жалкой давки. Прикольно. Гитарист, ну, да, вперед ритуз, он просто все ритуз уже... Ушатал абсолютно, наполнил, как бы, и просто кошмар.